Самурай собирается на войну, обнимает детей своих и жену, и целует крепко отца и мать, и идет на войну воевать. И вот на войне, верхом на коне, с мечом на боку и мечом на спине, он видит, что в поле другой самурай, и тут же кричит: «Бонзай!» И вмиг друг на друга, не зная испуга, несутся, как тучи, стреляя из лука, мычат, как быки, жужжат, как жуки, кряхтят, как дряхлые старики. Вокруг них сражения, толпы солдат, и копья, и стрелы, и пики летят. Одни умирают, другие стоят, мечи рубят головы наугад. Но все расступаются и замирают, пока сражаются самураи.